замечательным праздником. Желаю вам здоровья. Желаю вам, чтобы вас никогда никто не обижал. Ни в семье, ни где-то на работе, ни где-то там. Чтобы дети вас любили, внуки обожали. Чтобы вы были настоящими мамами. Ну, бабушек тут нету, все мамы. Создана ассоциация общественных клубов. И уже есть планы работы. Клуб садоводов-огородников, клуб путешественников на выбор России, клуб театральный марафон, творческая мастерская. Здесь присутствуют уникальные специалисты: Светлана Дубко, нейрографика. Вот эта доска, которая подарена Татьяне Анатольевне, в самое ближайшее время, я думаю, что мы попросим Светлану, она нас научит нейрографике. Это новое направление. Ведь каждый из вас уникален, каждый из вас уникален. Вышивание Нина Васильевна Волкова, вы видели? А Ольга Ивановна Гаврилюк, она уже, я ее просила принести, она расписывает морские камни у нас. Красота. Будет у нас вязание, чего у нас только не будет. И все это благодаря Виктору Николаевичу Копейкину и Екатерине Главне Смирновой. Я предлагаю поблагодарить их за то, что они... Желаю всего самого-самого лучшего, процветания вот нашему такому объединению замечательному, новых планов, новых путешествий, открытий каких-то, ну и чтобы пребывало. Я восхищаюсь вашей энергией и вашей молодостью. Потому что даже ни в одном селе у нас таких энтузиастов нет. И вы сами все понимаете, что генератором этих ваших подвигов является Нина Аркадьевна Кучина. Какая умница Нина Аркадьевна, что она нашла в себе силы организовать вот эту настоящую такую жизнь людей серебряного возраста, молодых, красивых, которые могут забраться и на ту реку, и на маяк, и слетать на Кавказ. И я хочу поздравить всех с Днем Матери, поздравить, что сегодня сколько клуба. Ну, во-первых, возлагаю большую надежду на клуб театралов, что мы будем активно участвовать, ставить постановки, мини-спектакли, монологи и будем принимать участие во всех концертах государственных праздников. Это счастье, что у нас тут, что у нас есть такое место, где мы можем собраться, где мы можем собраться, где мы можем поговорить, где мы можем посплетничать, где мы можем решить какие-то свои проблемы. И это здорово. Вот большое вам спасибо за то, что вы есть. И мы будем, наверное, вот когда мы все вместе, у нас все болезни уходят. У нас уходят все какие-то наши невзгоды, все какие-то наши трудности. Потому что когда человек один, это плохо. Когда человек может куда-то прийти, просто посидеть и послушать, это здорово. Спасибо вам, что вы такие все хорошие, рукодельницы, умницы, красавицы, веселые, пивуни, танцоры. А уж какие мастерицы. Спасибо вам. Мы переходим образование нашего объединения. Здоровья, счастья, благополучия всем. Ну и знаете, что у нас, хоть у нас будет неограниченное количество, в общем-то, поездок, у нас ограниченное количество мест в автобусе. Поэтому не отражайтесь. В этот раз у нас уже 43 человека. Всех поздравляю. Думаю, что будем тут часто собираться с удовольствием. Не забывать про свои болячки, непогоду и невзгоды. Так что спасибо всем, что пришел. Молодцы, как же работаете, дальше работать еще лучше. Замечательно, что сегодня у нас такое действительно историческое событие. Реализация этой государственной программы «Долголетие, старшее поколение». Поэтому мы, как говорится, будем идти в ногу со временем. То есть 2011 год. Создание клуба Совета садоводов и огородников. 2015 год. Создание клуба путешественников. И все это не на карте. То есть, вот, получается, понимаете, все это история, которую мы делали. Мы с вами, я не Янина вам, да, дарю. Всем матери, желаю всем здоровья, всего всех благ, семейного уюта, мирного неба над головой. И хочу вам прочитать эту поэму, которую я посвятила женщинам вообще. Как платье женщины прекрасно.
как к лицу ей наряд такой. Не ищите изъяна напрасно. Она пленяет женской красотой, как прекрасную женщину. Да еще когда любовь взаимна, королева ее назови. Женщина любви достойна гимна. Прекрасна женщина, когда женщина прекрасной, будь всегда. Будь всегда прекрасной. И здесь я не ищу покоя. Здесь жизнь разнообразием полна. Спасибо, Господи, что я живу у моря. И жизнью наслаждаюсь я сполна. Спасибо.